Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя «Мама». Такое длинное название, не скупясь на слова, выбрали в Набережно-Челнинском институте социально-педагогических технологий и ресурсов для праздничного концерта. Конечно же, приурочили его к Международному дню матери, который весь мир будет отмечать в грядущее воскресенье, 30 ноября. А сегодня поздравления и теплые слова в виде творческих номеров звучали на сцене актового зала пединститута. Мое ты счастье, дорогая, не нужно больше ничего. Когда есть мама, жизнь прекрасна. Она как ангел на земле, она как лучик солнца ясный, она как звезды в небе все. Почетными гостями в зале стали виновницы торжества «Мамы». Для них выступили не только студенты вуза, но также воспитанники детского сада номер 15 «Кубеляк». А среди зрителей – также приглашенные на праздник преподаватели, учащиеся педагогического колледжа и нескольких школ. Каждый творческий номер получился по-своему трогательным и стал лучшим подарком в преддверии праздника, признались сами матери. Очень приятно. У меня трое детей, и я счастлива, что у меня трое детей, что я являюсь мамой. И ощущать то, что твой ребенок тебя любит, то, что ты нужна ему, это очень хорошо, большое счастье. Желаю, конечно, я всем матерям, чтобы они понимали, что они нужны своим детям, а дети, чтобы все находили поддержку своих родителей.